Для этого рецепта я беру одну баночку шпротов 170 граммов и сливаю масло. Перекладываю их в миску и хорошо разминаю вилкой. Знаю, в комментариях кто-то обязательно напишет, а как же удалить хвостики с рыбы. Я их не удаляю, так мне нравится больше. Затем я возьму 3 отварных яйца. Яйца к шпротам – это уже классика. Яйца натираю на мелкой терке. Потертые яйца высыпаю к шпротам. Затем берем 1-2 соленых огурца, в зависимости от размера. Огурцы нарезаю мелкими кубиками. И отправляю к остальным ингредиентам. Также будем использовать пару веточек укропа. Укроп также порежу мелко. На этом этапе все ингредиенты хорошо перемешаем. Теперь я всю эту массу поперчу буквально щепоткой черного молотого перца. Добавлю чайную ложку средней острой горчицы. И также кладу сюда пару ложек майонеза. Майонез у меня, как всегда, домашний. Кому интересен этот рецепт, ссылку на него я оставлю в конце видео. Все хорошо перемешиваем. У нас должна получиться консистенция паштета. Наш простой и быстрый паштет готов. И получается очень вкусный. Я рекомендую вам его попробовать и убедиться в этом самим. А также рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо за то, что ставите лайк и что пишете ваше мнение в комментариях. Я желаю всем мира, здоровья и радости. Мы с вами встретимся, как всегда, в следующем вкусном видео.